при помощи такой снасти можно узнать о водоеме гораздо больше в течение часа, чем за много лет. Эхолот Диппер. Беспроводной. Это не реклама. Он у меня уже в пользовании, наверное, года 3. Забрасывается до 40 метров, и у него много функций. Он может нарисовать дно в профиль до 40 метров от берега с показом всей рыбы. С лодки он может карту водоема дать в блютусовском исполнении, вернее в этом. Ну да, если Wi-Fi, то из берега может дать. Но Wi-Fi это немножко не тот случай. Есть у него свои недостатки. Ну и работает зимой. То есть он зимой работает. Даже через лед влажный показывает рыбу и глубину. И работает как флешер. Короче, за свои деньги оправдывает полностью свое назначение.